Шалом, уважаемые, с вами Илья Механик, и эта серия видеоряда Pioneer Challenge касаемо моего мотора Yawa 555, особенности его верхней втулки головки шатуна. Перед вами в кадре два поршня. Поршень от китайской породы на Honda Run. У него, как оказалось, 10-й пальчик, это цепной китаец, вы видели ранее, там я у себя выкладывал в группе. И поршень, под который расточили мой цилиндр, это верховиновский, скорее всего, поршень второй ремонт, то есть стандартный. И если вы помните, верховина это копии Yawa 552, а Yawa 552 это дальний родственник Yawa Pioneer. Ну, это уже будет позже рассказано в серии «Старики-разбойники», что и почему. Но суть не в этом. Поршень с износом, бабушки с износом, пальчик тоже с износом. Вот видите, вот под вот этим вот риском, да, видно следы выработки. Вот, и как видите, он в бабушку влазит вот так вот со свистом. То есть, пролетел, как этот. Теперь берем мой поршень, пытаемся запихнуть этот пальчик. Ну, оп, все, дальше не лезет. Сейчас я его пытаюсь вытянуть, отдай, о, отдала. То есть он не лезет. Что это нам говорит? По отношению к отверстию, вот этот палец, даже имея износ, его реальный размер я померил микрометром 9,99, если уж на одну сотку износился, вот, он не лезет в этот поршень, в бобушку. То есть у нас получается палец, который я буду подбирать на рынке, так вот случилось, у меня пальца, оказывается, не оказалось с этим поршнем, когда я его, видать, брал. И придется палец брать, который вот меньше этого размера. Теперь второй нюанс по втулке заводской. Я там показывал в группе, у меня есть прорезь, у меня есть два засверленных канала. Вот. И засовываем втулку, палец, о! Аж со свистом проскакивает. То есть палец, который с плюсом, уже идет со свистом. То есть это нам в любом случае надо будет менять втулку. Когда я пытался вчера ее выпрессовать, я попался на один момент. Она не идет, эта втулка, потому что по краям, как положено, когда запрессовываешь втулку, ее развальцевали. Я вот тут вот сейчас, если будет видно. Нет, ну вот. Я думаю, в камеру сфокусируется. Вот, это риска от гаечного ключа, который я упирал сюда. Все упиралось. И не шло, потому что втулка по краям развальцована. Вот винт, который я производил выпрессовку. Видите, его согнуло, сгибало. Это пальчик на 12, он вот так вот красивенько упирался в втулочку и должен был его прессовывать. Но винт в итоге сгинался, втулка не шла. То есть нам остается только одно. Брать и все это безобразие вот высверливать аккуратненько. Надеюсь, сверлом на 11,5, чтобы не повредить посадочное место. И уже потом аккуратненько бормашины вынимать и запрессовывать новую. Так что вот такие проблемы. Спасибо всем за внимание. Ждите следующих серий. Всем пока.